Так, ну вот еще одно устройство. Веб-камера простенькая. Как раз сегодня я ей пользовался, и мне нужно было ее закрепить вертикально, чтобы она смотрела как со штатива. Я для этого использовал следующее устройство. Такую вот держалочку и вот такую вот бутылку. Ну, а дальше все более-менее понятно. На бутылку я крепил держалку. Вот так. А потом под эти резинки я заправлял камеру. Сейчас сделаю это не очень ловко, потому что у меня мало рук, чтобы это еще и показывать. Но ничего, все работает, вот оно. Лучше бы, конечно, побольше здесь. Так, давайте. Все, теперь я могу эту штуку ставить куда угодно. Она может куда угодно смотреть. Ну, вот, например. Например, она может смотреть сюда. Видите, она сейчас смотрит. Вот я ее поднимаю, опускаю. Вот как это выглядит. Если мне нужно было ее поднять слишком, я находил какую-нибудь возможность. Например, брал вот так. И теперь камера смотрит немножко сверху. Если мне нужно было поднять еще повыше, поскольку я не мультик снимал, а видеотрансляцию, я мог просто руками ее поднять. А если мне нужно было бы снимать видеотрансляцию, если мне нужно было снимать мультик, я бы позаботился о том, чтобы камера все время была закреплена. Это очень важная тема для мультипликации, чтобы камера была все время зафиксирована. Вот такое дело.